Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Ну что же, добрый вечер, дамы и господа, с вами Донбасс, а также Backspace, и мы влетаем на финал 7 серии 8 сезона Star Ladder. Воу! Да, добрый вечер всем, дорогие друзья. Еще раз, можно сказать, повторюсь, финал обещает, ну, в принципе, быть интересным, просто потому что, во-первых, это финал, во-вторых, 7 серия, она как-то вот, какая-то граница между Pro и AM серии, и здесь часто появляются некоторые интересные такие какие-то заявочки, какие-то интересные расстановки, пики, тактики. В общем, за этим будет иногда интересно смотреть, но чаще всего бывает то, что играть в одни ворота, но это уже как получится, в финале, в принципе, быть такого не должно. Да, это уже другая история. Да, кстати говоря. Ну что же, Виском против Стена. Что тут можно сказать? Две команды, которые дошли до конца, прошли всю серию 8 сезона. Ну, посмотрим, кто окажется сильнее. Ну и обе команды, кстати говоря, играют на Star Ladder уже... Ну, более-менее давно, то есть и та, и другая команда уже там год примерно назад, даже больше года назад уже здесь играют, больше года играют. Да, я подготовил немножко про команды, несколько рассказов. Ну, касательно Star Ladder всего лишь. Ну что же, команда Стена, Россия, они же Virus Gaming подписались сейчас. Играют со Star Ladder, на Star Ladder, точнее, с первого сезона. Первый сезон, как всегда, начинается с аматорской серии. Ну и вылетели они с пятого раунда, там как раз почти дошли до конца. Второй сезон, они продолжили свою борьбу в семи серии. Вылетают они с третьего раунда. Такое почти не начало... И не, короче говоря, конец. Короче, посередине вылетели. Третий, четвертый, пятый сезон. Ребята играют у нас в про-серии. Но, к сожалению, мало сил они набрались. Ну и три подряд сезона они вылетают с первого раунда. На шестом раунде, точнее, на шестом сезоне играют в семи серии. Доходят ребята до полуфинала, где проиграли команде под названием FZ, как-то так. Седьмой сезон для ребят, опять же, начинается в про-серии. Ну, в этот раз они сдались во втором раунде. Ну и восьмой сезон, этот сезон, который уже идет, который уже, точнее, заканчивается. Ребята, понятное дело, начинают всеми серии. Стартуют в группе I. Ну и выходят из нее на первом месте. Следующий тур попадают в группу E. Тоже выходит с первого места. Следующий раунд провели в группе D. Занимает второе место. Ну и... Что же? Дальше у нас идет как бы плей-офф, если не ошибаюсь. Да. Где попадают в полуфинал. Да. И встречаются с ребятами из команды TNS. И со счетом 2-0 проходит финал. Вот такая вот... путь. Такой путь, ребята, из команды Стена. Вот такая вот путь. Вот такая путь, да. Команда Виском, тоже Россия, со Star Ladder играют, на Star Ladder, точнее, опять же, играют с пятого сезона. Ну и начинают они с аматорской серии, вылетают с пятого раунда. Шестой сезон для них идет в семи серии, вылетают они с четвертого раунда перед плей-оффом. Седьмой сезон, опять же, в семи вылетают... опять с четвертого раунда, опять же перед плей-оффом. Ну вот он, восьмой сезон, наконец-то для них счастливый. Начинается с группы С. Занимают они третье место, последнее в группе, чтобы дальше идти. Далее. Идет группа D. Выходит с первого места.
далее попадают в четвертом раунде группу Б. Проиграли они ребятам с команды ТНС. Выходят со второго места, но так как у ребят из команды ТНС были проблемы с заполнением профиля на форуме, решение было отдать первое место команде Виском. Это значит, что ребята проходят полуфинал. Ну и где встретились они с командой из Турции, ДП, со счетом 2-1. Они проходят финал. Вот так вот, такой у нас путь от двух команд. И четвертый раунд для группы Б, собственно, для команды Виском, был очень интересным в том плане, то, что три команды по 12 очков набрали. То есть из пяти матчей выиграли 4, в то время как другие три команды, наоборот, из пяти матчей выиграли лишь один. И вот там таймрейтинг именно вот сыграл, кстати говоря, свою роль. Ну и то, что, конечно, у ТНС там были проблемы с исполнением состава, это тоже повлияло. Да-да-да, ну, конечно же, надо за этим следить, что поделаешь. Да, хотя вот мне кажется, что даже если бы Виском не по фрислоту прошли, играли бы с 1-4, они бы, мне кажется, все равно бы одолели там тех, кто были, и все равно дошли до финала, мне так кажется. Ну, когда, как видим, два сезона они почти уже доходили до плей-оффа, но как раз в последнем раунде они постоянно не везло. Два сезона, как я вижу, да. А вот сейчас как раз зашло все нормально. Вот именно, и... да. Ну что же, команды уже встречались между собой в восьмом сезоне, в третьем раунде, в группе D, где команда Стена одержала победу. Как-то да, так. Ну и у них там, кстати говоря, получилось по 12 очков в группе, то есть они набрали одинаково. Вот, судя по всему, да, Стена, да, вот, Виском проиграли, по-моему, Стене, да, и Стена кому-то там еще проиграла. Угу. Но обе команды как раз вышли с первого-второго места, соответственно, по 12 очков набрав при этом. Да, ну что же, как-то так. Какое-то такое маленькое ревью. Так, ну что у нас тут уже по пикам? Как видим, Виском взяли у нас Crystal Maiden, Клокерка и Шейкера. От команды Стена видим Элдора Тайтона, Виномальсера, Висадж, а также Штон Спирит. Кинохуин залетает для Виском. Ну, в принципе, все стандартно, более-менее пока что. Ну вот и Шейкер, конечно, вот, ну тоже как-то отчасти стандартный герой, но вот его сейчас в последнее время не так часто берут, как, например, было раньше, мне кажется. Хотя, с другой стороны, он герой отнюдь не бесполезный, если ворвется он под эхо слэм там в парочку десятков крипов, там пеньков, всякой такой фигни, то там просто ничего не останется от героев. Ну, сейчас, мне кажется, сейчас Виском будет делать такую тактику, как Клокер пойдет сейчас на хардлайн, а вот Шейкер тоже пойдет на хардлайн и будет, типа, отводить крипов на нейтральных. Ну да, кстати говоря, вот они же играют за темную сторону, за дайр, то есть, по идее, получается, они могут отводить с хардлайна с энчентов. То есть, опять же, своей физуркой ставишь и уводишь. То это нормальная идея, но это вот посмотрим, будет ли они это реально использовать, или же как-то по-другому они разойдутся. Ну да, ну остается, как видим, еще по одному кэрри, вот, ребят. Ну да, мидеры есть, в принципе, уже оффлейнеры тоже есть. Mm-hmm. Саппорты тоже есть, значит... Только кэрри остается выбрать. Но я вот думаю, кто может заехать. Я вот смотрю по героям, которые отправились уже в бан, и там, в принципе, нормальные герои также в бане, которые могли бы как-то на кэрри сыграть. То есть это тот же Деваур, это отчасти тот же Алхимик, например, Вивер, кто же еще? Миран, например. И там даже Вайпер в банах, вот команды Without Compromise. Ну так видим, Лайфстиллер залетает для Стена. Ну сейчас просто у ребята Стена, как видишь, нет ни одного стана просто. Ну и Урсич это успех, наверное. Да, Урсич это успех. Вот если они сейчас еще пойдут сразу на первом уровне забирать Рошана, это будет вообще двойной успех. Тут не поспоришь просто. Не, ну а что, вот была же такая ситуация, когда Alliance какой-то из игр, просто начинается игра, то есть там еще полторы минуты до выхода крипов, они берут телепорты и просто пэшатся на Т1 ТВРа по миду и по ботом лейну, и сразу идут на Рошан. Пока там все их соперники добирались до Рошана, они уже его забрали и ушли. Да. О, времена он нравы просто. Времена он нравы, да. Но я только это видел единожды, и больше повторения такого я, к сожалению, не видел. Такое. Так. Фух, я думал, уже пауза будет у нас ставиться, но, как видим, такого у нас не произошло. К счастью. Да. Так, ну что же, сторона Radiant, команда Стена или же Вирус. На Штон Спирите у нас играет Стрей, а на Висаже у нас играет Sword Art, на Виномастер у нас играет F, ну и на Elder Titan у нас играет Форчик. Ну а команда Without Compromise, они же Виском, играют на стороне Radiant. Low Labby у нас играет на Урсесе, я, конечно, правильно произнес. На Queen of Pain у нас играет
Glance in Trance, а Dance in Trance, блин, я уже буквы путаю. На Айшекере у нас играет Revenge, на Клокверке будет у нас играть Шинкарон, ну и на Crystal Maid у нас будет играть, соответственно, оставшийся последний игрок Ланселот. Вот единственный ник, который можно нормально произнести, не сломав язык. Да. Ну, еще грязь, когда Китай. Это вообще. А, ну грязь. там просто говорят, кто куда ушел, и все. Видим от Виномантера на ботами. Вардецкий снизу. Такой на эншентов сразу же поставили. На прочухали сразу, видимо, вот, предполагаемую. Да, сразу все поняли. Да-да, хотя, кто знает, возможно, даже Шекер туда не собирался идти, потому что он вообще на топе. Как видим, да, Шекер у нас на топе. Ну и Триплу видим на топе, на мидл-лейне видим. А Queen of Pain и на хардлайне у нас, как видим, Клокверк. Ну, кстати говоря, Вард, вот этот стоящий здесь, он, в принципе, все равно оправдан, поскольку мало ли кто тут может пытаться хоть сделать дабл-трипл спаун, и вот это всякая такая фигня. Ну, всякая может быть. Элдар Тайтан, сложный пошел, что у нас вперед? На мидл-лейн, ну и Трипла. Как я вижу. И ну, пауза. Дабла пока что. На ботами тут у нас кто у нас? Виномантер. Подобрал иллюзии, но сейчас, наверное, пойдет напрягать немножко. Да, возможно, отправится в мид, понапрягает там малость сначала своими иллюзиями стоящий Квапо, потом отправится, наверное, все-таки в бот. Я не думаю, что он отправится на топ, будет там стать вместе с Титаном. Ну да, ну да. На бот тут напрягать того же Клокверка. Хотя, с другой стороны, кстати говоря, можно отправить одну иллюзию в топ, как бы сделать вижен, то, что там двое стоят, а сам отправиться при этом там вниз. То есть, чтобы такое небольшое удивление вызвать, как это, что это такое вообще, почему два? Так, ну, Клокер тут в когами двоих отжал немножко, сейчас они доходят. Так. И вот тут ничего не скажет, Саня, потому что вот стоит, вроде бы один Клокверк против него стоит, один лайфстиллер, но не тут-то, было там еще и на подходе визаж, если что, и виномансер. Ну да, нужно напрягать этого Клокверка, потому что не надо давать этот левел ему. Ну не знаю, что такие саппорты не делают, хотя вот выходит виномансер и начинает что-то будет напрягать. Там, ну так я не понимаю, почему он первым вкачал не гель, а пассивку. Она вроде как и замедляет, конечно, но все-таки, мне кажется, замедление было бы лучше первое. Если уж гангать. Ну, не хотят, наверное, делать ФБ, ребята. Что тут можно сказать? А, хотят, чтобы на них сделали ФБ, да? Ну, типа того. Ну, вроде бы... Хорош, должен напрягать сильно. Ты именно пассивкой? Ну, почему-то этого не делает, как видим. Все-таки взял пассивку, но... Ну, сейчас, напрягать наверное, пойдет, будет, да, будет встреча. Да, напрягать он будет с появлением вардов, потому что они там тоже, по идее, наносят просто вдвое уменьшенный эффект вот этого Poison Sting'а как раз. Такое. Вот появление этих вардов будет реально напрягать уже, потому что там, во-первых, урон все-таки какой-никакой, и опять же действует вот этот яд с замедлением. Ну, видим, Crystal Maiden перетянулась на middle lane, но будет выход, по-моему, или нет? Или просто... Это выход на руну, скорее, был сейчас. А может, потом еще и какая-нибудь реальная попытка что-то сделать? Ну, тут руна регенерации появляется. Так, ну, что оставляет? Ну, не забирать же. Не забирать! Стоило сказать, как тут же, естественно, руна забирается. Так, что у нас тут? На топе Фиссура ложится под Элдара Титана и... Нет, не пошел Вурсел нас забирать его. Потому что немного не точно положилась эта самая Фиссура. Она не перекрыла проход здесь. Пугающая, можно так сказать. Да, чисто такое предупреждение, типа, первое и последнее предупреждение. Я тебя предупредил, я тебя и убью. Так. Клокверк, видимо, отошел немножко под тауэр. Хотя сейчас опять будет. Ну, смотри, сколько экспы идет Клокверку, это ж просто грязь. Ну да, то есть все-таки не выдается как-то. Хотя смотрите, под смоком идут двое. Да-да-да, будет заходить под тауэр, но это ж... Может и ФБ... Это рискованный шаг, но может быть и закончится успехом, кстати говоря. И реально выходят. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Гель, все дела, Куги ставит у нас Клокверк, ну и Клокверк сильно проседает, видим, минус Клокверк. ФБ забирает. Вот только зачем визаж забрал ФБ, там мог спокойненько дожрать лайфстиллер. Ну, на Верочку. Ну и какой на Верочку, там бы он в любом случае не ушел. Такое. Там потому что столько урона вносило, что там, хочешь не хочешь, там даже, если бы, наверное, пытался бы делать ТП-аут, Клокверк, мне кажется, он даже там бы не успел. Так, Стрей разбил там вард. Обсерверский. Он сейчас переходит опять на линию. Так, Crystal Maiden.
отправляется на middle lane. Ну, наверное, варп поставит тоже на ботами. Но вообще ЦМК просто путешествует по всей карте, ставит варды. Именно, тот второй левел. Ну, а в принципе, что ЦМК-то нужно? У нее есть колба, и, в принципе, этого пока что будет хватать на первых порах. 1.5 секунды, конечно, всего лишь заморозки, но этого может хватить, чтобы кинуть там станом, чем-нибудь еще, и уже забирать. Ой-ой-ой, она здесь на руне просто битва, говорит, это моя точка, не знаю. И у шторма, кстати говоря, проблемы. А, ну да. Да-да-да, что-то я не на ту руну посмотрел просто. Они на руне встретились такие, говорят, опа, привет, опа, пока, после этого сразу же два крика и все. Так, был бы шестой, конечно, у шторма он бы улетел там, но у него там и маны было мало, и шестого у руни не было. Ну, 1-1. 1-1. С хостой у нас находится Виноматер, Виноматер заходит в спину, нет, не заходит в спину, Клокер улетает отсюда. Точнее, не улетает, а уходит с сапогом, короче говоря. Так, интересно, ну, тут... где Виномансер ходил всю хосту, потому что он пришел уже с окончанием хосты. Ну, по лесу шлялся. Тут гулял. Смакевич на мидл-лейне видим. Стоят, ждут ребята, пока выйдет Штан Спирит. Ну, Штармецкий пришел у нас в леса пока что. Через Ремнант. Лесной Штан Спирит. Да. До чего Дота дошла? Забрал троллей. А, итог, Виномансер тут уже с визажом отправились снова за Клокверком. Да? А, точно. Так и есть, так и есть. Все, если раздел... Ой-ой-ой. Ну тут вряд ли уйдет Клокер, хотя, плевочек. Ой-ой-ой, теперь... Лайфстиллера. Я даже не знаю, какой проблем здесь. Да, минус Клокерк, 2-1 становится счет. Да, добрали, но, кстати говоря, и рисковалось очень Фиссура. Сильно. Фиссура. Воу. По двоим. И все, уйдут. Да, уходят сюда ребята. Там Лайфстиллер, в принципе, рисковал. Его там в колбу засунули, а он стоит прямо по тару, который его спокойненько нарезает. Был момент, но все-таки нет, не успел Тавр сделать свое черное дело. Черное дело. А в топе, кстати говоря, все спокойно, вообще что-то там ничего не происходит. Урса фармит, Титан пытается что-то делать, хоть и пятый левел уже из ниоткуда имеет. Можно сказать, никто ему не мешает, судя по всему. А, ну да, тут почти саппортов не было, как видим. Почти пятый левел, так и есть. Так и есть, так и должно быть, что можно сказать. Так. Ну, по крипстату видим Урса с Лайфстиллером почти наравне идут. Там же и наравне идет у нас Queen of Pain. Ну, Штан Спирит отстает там на 5 крипов. Ну, это учитывая того, что его убивали, поэтому он терял некоторое время. Кстати, по крипстату, в принципе, можно сказать, то, что выигрывает у нас Лайфстиллер. Все-таки у него больше всего заданайнок, если так считать. Да, такое. Это такое. Это не важно. Ну да, важно, сколько ты убил. Понятно же. Не, сколько ты знал, тоже важно. Это минус все-таки как-то бонус по экспе для соперника все-таки. Экспа. Так что это тоже важно. Так. Ну все, у Шторма есть 6 левел, теперь он хоть сможет как-то убегать в случае чего. Что, ну лекшн у нас творится пока что? Пока что все тихо творится. Лекшена? Да, абсолютно. Главное, чтобы не Китай Дота была. Под 80 минут. Это будет грязь. А, так представь себе, так, 30 минута, счет 2-1. Все фармят. Ну, Шакер, как фармят. Я понимаю, перешел у нас на ботом просто охранять Клокверка. Ничего он больше не делает, поэтому... Ну, кстати это... говоря, Виномансер с визажом тоже начали делать то же самое. Теперь не ходит далеко, а рядом тоже с ним бегают. Типа, вы охраняете Клокверка, мы охраняем Лайфстиллер. Проблемы. А, Queen of Pain в чужом лесу видим. Ну и будет отправляться на ботом, как я понимаю. Кстати, в принципе, это неплохой такой вариантик. Если удачно зайти, там Sonic Wave, там и Scream of Pain. Ой, курьер, надо что-то контролить. Нет, минус курьер. А, Magic Wand и медальон курьер летел. Ну, это неплохо. Но с другой стороны, теперь, получается, квапу спалили в лесу Reddend, и теперь уже так просто не впрыгнешь. Ну так. Хотя нет. Все равно пошла фармить дальше леса в наглую. Такое. Так, Вардецкий тут стоит на Рошана. Как будто кто-то сейчас пойдет на Рошана на 9-й минуте. Ну, Урса. Ой. Урса все может. Совсем может, согласен. Так, ну, Квапа все-таки, наверное, уходит отсюда, как я понимаю, вряд ли он не пойдет дальше куда-то. Ну, с дабл дэмэджем то можно, в принципе, что-то делать сейчас. Не стоять же на месте ждать, когда он кончится, потому что все-таки...
Вышла, спалилась благополучно, там могла слиться, но нет. Прыжок все-таки сделал свое. Да, уходит отсюда. Что у нас на топе? Кристал Мейден и Урса. Все без проблем для них. Урса уже видим 1600. Все без проблем для них и никакого экшена для нас. Вообще ноль. А что он спирит теперь на ботами? Ну, есть 8 левел, что он спирит, а может влетать. Ну, посмотрим. Я не понимаю, почему так все любят нижнюю линию? Все пришли хотя бы раз на нижнюю линию. Да-да-да-да-да. Ой, фест-бомба тут прилетает. Оп. Залетает, Кисур останавливает это все дело. Дальше летит у нас Шторм. Нет у него маны, но все же, видим, Лайтселер нарезает. Уже Кристал Мейден приходит, минус Клокверк. Что он спирит, очень далеко идет. Ну, хочет забрать у нас Кристал Мейден, ну, как видим. Тут еще и Шторма сейчас заберут. Да. А, нет, ой, не заберут. Ой, живет, смотри. Едемся, живем. Да и уходит отсюда, как я понимаю. Сейчас Тавр его добивает такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это грязь. И накаркал. 3-4 становится счет, но что-то, по-моему, не рассчитал он. С этими. Безопасная зона не рассчитал, и в итоге... Да, ну и как я покарал его Тавр просто. Как я понимаю, Урса появляется форстаф, если... Это правильно? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Урса появляется форстаф, да. Да, именно так. Ну... Не пошел он через Владмерс, как я думал. Ну, может быть, потом появится. Или кто-нибудь, например, кому-нибудь CM-ка соберет, я не знаю. Да, ну и Элдер Титан пока у нас чувствует на топе уверенность в себе. Чуть подкрался к Тавуру, начинает его дамажить. Ну, тоже, ребят, скоро довезло. Себя безопасности, когда внизу просто весь экшен творится, а. Ой-ой-ой, поймали у нас, кинув пейн. Ну, живет пока что. Уже не спит. Да. 4-4 становится у нас счет. Тоже как обычно. Титан прилетел. Прилетел Титан, а уже все кончилось. Ну да. Интересно, будут ли у нас подобные драки, которые были пару минут назад вот здесь, вот на Т1 Тавере? Такая грязь. Прилетает, уже хочет и там инфест-бомбу, опа, раз Физура прилетает, два, и там уже пытается убежать и получать просто в лицо от Тавера. Аркан имеет уже шейкер. Да, и Курьер Рэдиант, кстати говоря, вернулся в жизнь. Там уже он с барабанами, там уже с медальоном, то есть совсем уже чем можно. Полностью запулены. Мне кажется, там еще по второму кругу пойдет, второй раз поедет. Так, Фиссура залетела. Ну, дальше ломает Тавр, ребята, с команды Стена. Если Шекер мог бы очень даже неплохо впрыгнуть и раскастоваться со своим Эхосламом. Так, Queen of Pain. Будет Denied, что ли? Наверное, да, так и будет. Хотя тут... Здесь еще пока не Denied еще, вот теперь можно пытаться Denied. Не, или да, все-таки будет делать Denied. Непонятно, да тут, по-моему, Василер. А, все-таки Denied. Ну, первая вышка падает у нас. Пускай за Денайной, но все равно. Все равно упала. Ну, блин, 12 минут игры, 4-4 счет. Ну, мало. Часа больше. Так, Штормецкий мало, стоит. Как... Где Штормецкий? Покажите его мне. На ботами стоял. А тут, да, минус. Воу. Ценочка. Total error. Тотал Титан просто, на самом деле, потому что взорвался в одну ЦМ-ку. Папу ловить? Прямо на Рошане ловить папу? Так оно и есть, сейчас еще... А, нет. Ну, дальше летит у нас Трей. Нет, все-таки Куги. А так, Рошан говорит, кто меня разбудил все вообще? Пошел, наказал, немного ушел. Это должно быть намеком для кого, что пора бы его убивать уже. Самое время. Ну да, для команды Виском это просто расплюнуть дело. Потому что, во-первых, есть Урса, у него уже как-никак все-таки вторые когти, там и все-таки Эшок четвертый, и опять же второй Overpower. Да, Форстаф и есть. Есть. Да, да. Все, есть, чтобы забирать Рошана. Но мне кажется, вряд ли он туда отправится. У него сейчас дела поважнее, это нафармить больше айтемов, а потом уже просто ломать всю карту. Ну да. А вот он переместился. Так. Происходит делишки на Амбеллэйде, видим, да. Да, ворвался спирит. Шторм и умер от того, что ворвался просто. Там, по-моему, он спасался от Клокверка, если не ошибаюсь. Он, по-моему, нет. Там вообще врывал, он врывался вроде бы как. Нет, виноват. То есть спастись так. И все пошло не так. Согласно то, что туда вот ту толпу из одного Шторм Спирита, по-моему, всадил ультимейт и Шейкер. Да, он на кулдауне, и там, получается, теперь можно не сильно бояться... стоит толпой, потому что уже не ворвется пока что никак.
Так, ну, потратили глиф, ребята из команды Стена. Ну и отходят отсюда виском. И хотят они дальше драться. Хотя могли бы забрать тауэр, конечно же. Не, мне кажется, не могли. То есть там они пока вот глиф бы шел, они уже бы сделали бы ТП 2 героя примерно, хотя бы 2-3 героя, и все, там уже тяжеловато было бы убивать тауэр, там уже нужно было фокусироваться именно на соперниках. А вот Стена как раз этот самый тауэр заберу, судя по всему. Да, без лайфстилера они пока что находятся на мидл-лейне. Тут змейки, тут фамильяра, короче говоря, габелла тауэру. Тем временем на ботами лайфстилер чуть подпушил линию, как видим, к Т2 тауэра. Ну, тут шейкер все нормально зафармит сейчас. Да, такое. И там собирают на себя постепенно армле, то есть уже и там есть шлем. Да. Ну и там еще целых где-то примерно 1000 голды остается до этого самого великого артефакта, который решает. А в прямых руках в 2 не решает. Так, ну, остается у ребят с командой виском. Последний это один тавер на топ-линии. Ну, как я вижу, как раз туда и перетягиваются ребята из команды Стена. Ну, и будут пытаться забрать последний это один тавер. А Урсе тем временем спокойненько фармит. Да. Ну, говорит, что ему бояться? Он сейчас так фармит, его никто мешать не будет. Он минутик 25 вылезет. Скажет, я закончил фарм, и все. Ну, такого... Такого не бывает. Не будет срывать стюка. Ну, есть, конечно, про него забыли, тут такое бывает. Так, лайфстилер пока что у нас на ботами. Опять же, в одиночестве стоит. Поймали у нас шейкера, минус шейкер. Прилетает у нас клоквер. Клоквер ставит блоги, растакивает всех. Ну и что честно же? Сказать, неудачно ворвался клоквер на самом-то деле. Рискованный был шаг, но пока что... Ого! Раздо, отлично. Ну, проседает у меня что-то ФПС или дота лагает, что-то не могу понять. Ну, у меня тоже проседает, потому что я все-таки с компа сижу, а не с нота. Ужасно все. Ну, 4 в 1 пока что у нас размен. 4 в 2. Там еще умирал 2. У нас этот, как его, потому что я видел то, что было 2 кулдауна, вот, ну, 2 респауна таймера было. Или у меня какие-то глюки, я не знаю. Нет. Знаешь, у меня какие-то глюки, потому что я... Может, я смотрел просто в правую часть экрана и... спутал, ну бывает. Ну, 9-7 становится счет, Стена забирают Т1 линию, ну и все у них просто шикарно все получается на этот момент. Вот армейт еще появляется у лайфстилера, у Штонспирита, видим, появляется Виллион Став. Ну, да про урны набирают, вообще молчим. Набирают потихонечку. А Урса у нас Урса. 1-1-1 у него по убийствам, ну и среди приветов особо-то нового ничего пока что нету. Ну, то есть, а тысячи голды есть. Ринг оф реген очень ценный айтем просто. Ну, плюс сколько там? Плюс 3. Плюс 2 даже. Это серьезно. А где настав также имеет у нас Queen of Pain, тоже будет идти через Арчит Малевлянца, как и Штон Спирит. Посмотрим, кто быстрее соберет. Мне интересно, кто ли мы соберет ли вообще, например, тот же. Как его? Ту же алибарду. Ну, это к саппортам, мне кажется, надо. Ну да, это по идее нужно собирать и той, и другой команде, потому что у команде Стена нужно бояться все-таки Урсу, как-никак. А вот команде Виском нужно бояться лайфстилера, то есть и туда нужна алибарда, по идее. Ну, такое. Алдар Тайтон, остается рецептик на Миказм. Еще у него, что же у ребят тут с Мекой, мне интересно, тут ее вообще нету, по-моему, если не ошибаюсь. Да, именно так оно и есть. Без Мекки будут играть, ребята. Так. Урсат этим галимов просто на куски крошит тем временем. Ну, готовится, видим, Стена врываться куда-то. Уже лайфстиллер сидит на Штонспирите. Ну, вот вижена нету. Вижена нужен только повод, чтобы ворваться. А хотя вот идет вижен у нас, видим. Видят King of Pain, ну, наверное, пойдет сейчас в леса, ребята. Да, именно так оно и есть. Что оно отправляется сейчас уже, если бы дальше наблюдать. Так, и... что он влетает. Опа. Ну и... Идеально. Там без шансов просто. Просто поймали, там буквально взорвалась сразу же от этого врыва. Просто без шансов. Ну вот еще пару раз таких вот удачных влетов. И все будет уже очень даже хорошо для команды Стена. Да, да, да. Так, разбегается тут ребята. Борозда пошла. Борозда хорошая. Стягивает на шейкера. Шейкер. Отправляется на таверну, хотя же. Не, здесь таверна, здесь таверна. Да, все-таки да. Тут тем более еще и несется на хосте Шторм Спирит. Урса. Таверну. А что Урса? Его там просто
чуть ли вчетвером не поймали. Ну, все правильно делают, просто ходят видят все, и убивают просто. Да, ходят все вместе и убивают все живое. А вот виском так не делают, и это может сказаться. Точнее, это уже сказывается. Так, что уж говорить. Ну что же, на Рошана заходят ребята из команды Стена. Видим, под медалькой еще забирают. Тут же прилетает у нас ракеточка от Блокверка. Ну, и... ракета-то есть, а толку-то от нее? Один Блокверк... Не варь, не, вижен-то есть. А что, ты одним Блокверком ворвешься? Ну, пока что да. На этот момент. Хотя можно пытаться стырить Аегис, но уже не можно. Такое. Да, вот он, Миказм от Алдора Тайтана. Ну и тут уже готовы на Т2 заходить ребята. Даже на Т3, наверное, с Аегисом. Ну, если пойти по одной стороне, то скорее всего, даже на Т3. А если вот так вот, опять же, как они сделали, забрать по одной... Ну, с каждой стороны еще так под Т2 Тавру не, сломать. Ну, забрать Аегис и пойти в леса, это же самое оно просто. Ну да, забрать Аегис и пойти в леса, это да, это только китайцы так могут. Собрать три сыра и ходить по лесам. Я как вспоминаю эту игру на третьем Интернешнле, которая там установила новый рекорд по длительности. Так. Вообще, график, что у нас вообще по графикам там? Да, по-моему, все плохо очень. Да, 4 тысячи. Для команды виском все плохо. Голды, ну и 3 тысячи, там тоже 4 тысячи по XP. Ну, можно отыграть, скажем так. Ну, отыграть, по идее, можно любое. Это, ну... Была бы возможность, были бы какие-то надежды это отыграть. Так, ну она сейчас мог будет юзать ребята, хотя... Хотя нет, разбежались. Вот опять же, у Урса там, ладно, пошел, конечно, забирать энчетов, но если в него ворвутся, он там разлетится на куски просто мгновенно. Ну да. Но вот здесь, в принципе, Клокверк рядом, если что, можешь как-то с хуком пытаться прилететь. ЦМ-ка там, если что, как-то притопает. Ну и боятся виском, все, они уже как-то запираются постепенно у себя на базе, все-таки они не сильно лезут теперь уже, навязывают драку. Ну, готовится уже Storm Spirit куда-то влетать, только надо ему дать вижен, единственное. Хотя тут уже вроде бы как и Queen of Pain тут видят или нет, не видят. Здесь, скорее всего, уже увидели Урсу, ну, скорее всего. Вообще. Грязь. Но инфест бомба-то наготове на всякий, ну, такой, да, вот опа! Он полетел, Storm Spirit, ну... Живет еще Квапат пока что. И Шекер неудачно взорвался. Ой-ой-ой. Титанище просто. Ну, минус 2 есть байбек от минус 3 тут уже даже есть. Да, минус 3 есть даже. Пошел байбек, и так. Тут просто в Урса. Слил свой байбек просто в Урса. Да, пришел, байбек, ну, умер, байбекнулся, прилетел и снова умер. Да. Ну что здесь делаешь, потому что когда ты тпшишься просто в толпу из пятерых героев, вариантов просто других нету. Самое главное, что теперь у Урсы ноль голды просто. Ну, самое оно. На последние гроши выкупился. Самое оно. Ну что же, забирают Т3 ребята из команды Стена. Все без проблем для них, как видим. Никто не дефает, потому что нечем. И некому. И зачем? Да, и некому просто. Да, есть тут, можно сказать. Минус второй барак будет делать или нет? Скорее всего, будет. Хотя здесь пытаются еще Титана при этом забрать. Да. Минус Титан. Титан, если вы у нас забрали троих, мы забрали у вас Титана. Что-то непонятно, что он остался здесь. Такое. Магазин Центр появляется у Юсажа, три фамильяра у него теперь будут иметься. И Арчит появляется у Queen of Pain, все-таки нафармила. И да, первый Арчит появляется у команды Стен, что неудивительно нисколечки. Шейкер 1300. Что тут нужно говорить? Шекер 1300, ну вот теперь вопрос. Ему, по идее, нужен блинк-даггер, чтобы врываться, но вот он успеет либо нафармить. Ну, по идее, на байбек еще надо ставить. Да, на байбек еще надо ставить, во-первых. Во-вторых, все-таки, мне кажется, здесь был бы более полезным мне блинк-даггер в этой ситуации. А что-то другое, что-нибудь такое. Shadow Blade, ты имеешь в виду? Или что? Нет, что более полезное для команды. Можно собрать, например, тот же, Дайдалус тот же можно собрать, тоже полезно. Ну, там Дайдалус, рапиру, что угодно. Так. Ну что же, на топе у нас будут опять же стычки. Будут ребята из команды Стена забирать Т2 Tower. Ну и что-то мне мало верится, что виском как-то тут отдефает.
Ну да, есть такое. Но фамильяр здесь отдался один. Ой, влетает Клокверк на висаджаре, и Шторм Спирит проседает. Мимо основки Шторм Спирит прилетел там. И зря он это сделал. Ой, хороший ульта от Элдера Тайтана. Так можно еще и грызть дальше теперь идти. Ну так можно. Минус у нас. Не, я просто фига, какие куски отрывает просто этот лайфстилер. Да. Ну тут папа стрела. Под ультимейт Виномастера, ну тут она уйдет, мне кажется. Ну так там же он не убивает этот ультимейт. Он ну, как один. Сказать? Не, он один хп оставляет. Когда я играю, меня все убивает просто. Понимаешь? Не, просто там. Не, вообще, по идее, он оставляет единицу здоровья, но скажем, если на тебя прилетел вот этот поезд новый, если за ним еще и гель прилетел, то там ты уже. Если будет мало хп, то там уже не выживешь, потому что тебя просто гелем добьет. Или той же пассивкой Виномансера. Или кто-нибудь добьет в конце концов. Так. 30 секунд до окончания Эгиса. Это настоящая дота просто, а Егис никак не реализует. То есть, а Егис есть, можно быковать. Но можно же прям набыковаться, чтобы это Егис как-то фугать, происпользовать его все-таки как-никак. Так что, нормально использовали Егис, ребята? Два тауэра забрали, точнее, три тауэра забрали, а еще один барак забрали. Вообще, ну, это скорее просто Егис им давал силы. Ну, уверенность в себе. С другой стороны, иногда бывает слишком много уверенности дает и заканчивается все печально. Ну, есть такое, есть. Такое бывает, вот опять же. Печальные исходы. Инфест-бомба уже наготове. Да, уже готовы врываться, но, как видим, дефать ребята из команды Виском не будут. Это скорее инфест-атомная бомба, скорее, а не просто. Сейчас Эггис должен закончиться, если он уже закончится. Уже нету. Ну, 3600 у Лайфстиллера может купить сейчас себе что-то интересное. Рапиру. Демонейдж. Или же Сакрет. Ай, слабак. Так, ну... Он тебе на байбек оставляет просто. Влетает оп, Штормецкий и завози просто. Ну я говорю, это просто инфест атомная бомба такая. Ой, еще. Которая все-таки взорвалась. Что Спирит там отъехал. Ну, байбек от Шторм Спирита. Сейчас так полетит, наверное. Сейчас он полетит, наверное. Не, конечно. Топает потихоньку там. Леса пойдет фармить. Хотя, по идее, он мог взять и тут же с места телепорта полететь, потому что там, по идее, еще несколько секунд действуют ауры фонтана. Ну да. То есть так можно было какое-то расстояние прилететь и при этом ману, в принципе, не потратить. Так, Queen of Pain. На развороте хотела кого-то убить, но нет. В итоге получила просто стан в лицо. Ну и что же, минус Т3, я понимаю, всего лишь, да. Да, не минус сторона, но минус, по крайней мере, Т3. Но это все равно очень напряжно. Лучше, чем ничего. Все равно напряжно. Могут фамильяры там прилетать постоянно. Или же. Ну, там фамильяры прилетать могут, в принципе, есть только на рейндж барак, потому что там у него регена никого нет. Ну да. А вот на милишный это уже не сильно прокатит, там все-таки он регенится 5 секунд. Шейкер готов просто уже. Говорит, дайте готов мне. Шейкер. Говорит, у него же, наверное, руки чешутся. Не знаю, руки, лапы, что это. Даггер такое? Купил, уже все. Да, все, теперь можно врываться везде и всюду. На кулдауне, блин, да, не на кулдауне, неважно, врываемся. Кираса появляется у лайфстиллера. Сейчас только надо ему принести это дело. Ну и, в принципе, уже все. Уже конец для ребят из команды Виском. Да, там еще появляется Veil of Discord. Вот под Veil of Discord этот самый Air Splitter, этот трещины, будет очень много урона вносить. Да, тот же Infest от лайфстиллера тоже там будет. Нормально, наверное. То есть там будет, в любом случае, грязь будет. Я уж молчу про шторма, который будет врываться, там уже будет атомный взрыв, я тебе говорю. Сам оверлоуд, там 90 урона, там будет побольше чутка. Будет 90 урона, в принципе, потому что минус 25% стандартного резиста. Так, Штормецкий полетел на Queen of Pain. Следующая станция Queen of Pain. Просто. Быстро, 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 быстро. 21-11. Счет у нас Урса. Слоу. Ну, от форстафил себя. Ой-ой-ой-ой-ой, влетел Шейкер. Умер Шейкер, ну, сразу же. Дай Шейкеру форстафил. Блин, дай, он тоже будет вырываться куда не надо. Да. Именно так оно и есть. Queen of Pain дала ультимейт в никуда.
А нет, хотя убила Ластиллера. Тюк. Что-то я совсем уже... Генофейм, по-моему, убил Ластиллера до ультимейта. Возможно. Что-то я не заметил. Ну, ульта в одного, да, даже если ульта в одного, то... все равно мало. Понятное дело. Вот надо брать пример Шейкера. Ворвался. Ворвался и умер. Хорошая хослэм, фиссура. Ну и в таверну отправился. Да. Я все свое сделал, мне можно пойти отдыхать. Да. Queen of Pain. Идет погоня от Queen of Pain. Кстати говоря, смотрел на курьера команды Виском? Нет. А, смотрел? Чё? Мне его название нравится. Я что-то как-то хотел этого скрафтить, этого курьера. Что-то так, естественно, не скрафтил. Мне стало лень. О, бедная ЦМ-ка, на нее снова здесь влетела. И до свидос. Да. Ну тут изи просто для шторма. Он уже даже без лайфстиллера устраивает. Да. Атомный взрыв по всей карте. Ужасно неприятно. Понятное дело. Так, Вапа тут цепанул у нас Азера Тайтана. Ну, а он даже не торопится как-то уходить, он спокойненько так. Я думаю, тут можно как-то попробовать тэп-аут сделать, именно это и делается. Ага, ой, сейчас. Коги! Коги вот именно. Коги есть коги. Царские коги. Вот были бы такие же царские коги во время тимфайтов. Да, не помешало бы. Ну, в принципе, во время тимфайтов, как правило, ты не успеешь ничего сделать, тебя уже просто разрубает там на части лайфстиллер вместе со штормом. Так, ладно, у нас целых... есть уже урсы. Да, и у Ластиллера есть 1000 голды. Ну, не угорклаб. Выход в этот, в БКБ. БКБ БКБшкой, но... На байбек надо оставлять. И это тоже, и то, что от Ластиллера БКБ не сильно поможет, это тоже. Ну да, от инфеста, конечно, поможет. Но ну, еще нужно успеть реагировать его вовремя врубить, чтобы инфеста избежать, по крайней мере. Ну, по нетворсу, видим, лидирует у нас Лайфстиллер 15 тысяч, после чего идет у нас Штон Спирит 9 тысяч, ну и 9 тысяч даже имеется у Queen of Pain. А у второго Рошана выходит у нас, судя по всему, в команде Виском, хотя нет. Ой-ой-ой. На, проблемы просто. Начинаются просто у команды Стена. Что-то пошло не так. Хотя тут Лайфстиллер в рейдж ушел, нормально обживет пока что. Но что как-то такое? Немного неудачный был врыв. Ну да. Но все-таки, как видим... Миномастер суров, делает даблкил просто. Да. Я видел, как он забрал Урсу, но я не видел, как он забрал Эдшейкера. Его, видимо, там просто уже... Ну да, там, видимо, ядом уже просто забрало. И все вроде бы не так плохо. То есть проблемы начались, но и тут же они закончились, в принципе. Так, сносят Рошана. Хотя Эдшейкер сейчас тоже, опять же, ворвался очень даже неплохо, на самом деле. Вот этого я не заметил. Не, он ворвался, он все-таки в двоих там. Кое-как их слэм, там, по-моему, даже в троих. Там потом еще и Ancient Totem, там уже и Физура пришла. Там как раз-таки именно там, при его ультимате, забрали Шторм Спирит, собственно. Так, что у нас по байбекам? По байбекам есть байбек Урсы. Queen of Pain байбека не имеет. Байбек из команды Виском есть только у Урсы, и все. Ну, да, точно. Но Урс здесь 2 секунды до респауна, поэтому он не будет его юзать. Понятное дело. Ну, тут барак точно... А нет, для фортификации юзают, ребята. Да не поможет. Ну да, тут точно минус один барак будет. Что насчет второго, я даже не знаю. По-моему, отойдут, ребята. Это тоже забирать, в принципе, нужно. Ну, считай, две стороны с одним бараком. Это уже какой-то плюс. Что, дело времени забрать оставшиеся. Отлично. Нужно еще пофармить 20 минут. Ну да, а как же без этого? Астрал Спирит ходит просто. Всех пугает. Добрый вот. Дедушка Мороз. Летает на Штон Спирит, ну и быстро его сносят, точнее Queen of Pain сносит быстро, что-то я по моделькам не разглядел, кого сносят, ну. Там уж ничего не видно, просто месиво происходит и все. Так. Вот и все, вот и началось. Ну. Убийство бараков. Минус вторая сторона остается у нас, топ-линия. Минус третья сторона, в принципе, через минуту-полторы. Ну, где-то так. Нет, ну пишет next good game. Ну, наконец-то. Я уже ждал это с 25-й минуты. Ну, с 30-й точно. Ну да. А 25-й еще, в принципе, там были шансы хоть как-то разрулить ситуацию. Ну, не знаю, что сказать. Виском как бы и
присмотрелось, но как-то и не но присмотрелось. И поздно присмотрелось. Как-то оно не очень залетело, этот пик с Урсой. Кажется, какая-то Плуна, мне кажется, лучше бы залетела бы. Вместе Урса. Но здесь, мне кажется, любой бы такой герой залетел бы получше, чем Урса. Все-таки Урса, конечно, герой как сам по себе хороший, но вот, не знаю, ну не керри он герой все-таки. Он как-то больше дэмэдж-дилер, да, но не керри. Он урон не может как-то. Он может много урона, конечно, раздавать, но вот не до такой степени, ну, чтобы... да, нужен лейт больше всего. Да, ему, во-первых, нужен лейт, во-вторых, ему нужен, как ни странно, БКБ, чтобы просто его не контролили никаким образом. Ну и форстав первым айтемом это... Да, это просто как-то не зарешало. Как-то не то говорят. Да, это зарешало просто сразу же.